Нежная немецкая шоколадка, которую приобрели мы в Калининграде в качестве сувенира для себя самих. Состав более-менее адекватный, начинки много, как и шоколада, хотя он располагается вокруг нее очень тонким слоем. Светло-коричневый, почти не горький и с приятным апельсиновым вкусом. И даже ликером, хотя он совсем не ощущается внутри. Неприторное, что приятно, более-менее интересно, необычно, как сувенир больше пойдет. Могу вам рекомендовать. Она плотненькая, тающая в меру и нежная. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Нежный.